Скажите, пожалуйста, какие основные проблемы вы видите при эксплуатации танка в боевых условиях? Что المشاكل الأساسية اللي ممكن تشوفها أثناء استخدام الدبابة بالمعركة؟ الدبابة بالمجمل ممتازة. ولكن في عندنا احنا بس تعليق صغير على الدارات. Танк отличный, но у нас есть некоторые замечания. Воздушная система расположена не очень удобно. Трубопроводы длинные, и для того, чтобы их заменить, приходится разбирать почти пол танка. Единый воздухопровод идет от трансмиссионного отделения до отделения управления. Если бы они были не цельными, а состояли из нескольких частей, было бы проще. Я считаю, что крепление боковой защиты очень слабое. Всего 3 крепления. Она держится на этих нескольких винтиках. Вес у нее большой, а крепление слабое. Поэтому при любом ударе крепления ломаются. Вес большой. Этот танк участвовал в нескольких боях, и бортовая защита отвалилась. Вот о чем я говорил возле того танка. Разрушены крепления здесь, здесь и здесь. Это результаты попаданий или повреждений на ходу? И из-за этого снижается защищенность экипажа. А как хорошо работает динамическая защита? Помогает ли она при попаданиях? Очень хорошо защищены от снарядов, поэтому большинство повреждений от мин. Например, на одном из танков взрывом мины вырвало 2 катка. А вообще защита великолепная. Единственная проблема – боковая защита отваливается. За все время только у одного танка было пробито днище. Часто ли после попадания экипажа и танки остаются в строю? Когда пробивается броня, конечно, бывает тяжело. Бывают ранены и даже убитые. Но очень редко кто-то погибает внутри. Даже после попадания танк и экипаж обычно остаются в строю. С автоматом заряжания проблемы бывают или нет? Часто ли он выходит из строя? В принципе, проблем нет. Но даже если возникают мелкие неисправности, то все они быстро устраняются в бою. Довольны ли вы, что у вас автомат заряжания вместо заряжающего человека? Да, конечно, большая разница. Система заряжания и мощность оружия отличные. Великолепный танк. Мощности двигателя хватает вам? Для меня этот двигатель лучший. Правда, электросистема несколько скучена. Но здесь ничего не изменить. Спасибо большое. Наши зрители будут очень рады узнать мнение танкистов об использовании танков. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.